Открытие жилых домов – это всегда событие. Открытие этого дома – событие яркое и значимое вдвойне. Ведь этот многоквартирный, пятиэтажный, кирпичный, двухподъездный, общей площадью 5763 квадратных метра дом – это 85 комфортных квартир, одна-, двух- и трехкомнатных. Квартиры, расположенные на первом этаже, оборудованы подогревом полов, а сам дом отвечает требованиям современности. Он энергоэффективен и приспособлен для маломобильных групп населения. Также имеет обустроенную придомовую территорию, которую мы все сейчас можем наблюдать. Общая стоимость объекта около 160 миллионов рублей. Мы поздравляем наш город с новым домом по адресу улица Индустриальная, 14. И мы счастливы за тех, кто будет здесь жить. Очень понимаю ваше состояние, еще бы. Новый дом со всеми удобствами, построенный по самым последним требованиям ГОСТов, СНИПов, Градостроительного кодекса. Это здорово. Вот этот дом на улице Индустриальной – это первый шаг к реализации новых этапов. Мы в этом году закладываем строительство еще одного многоквартирного дома в Юго-Восточном районе, точно такого же дома. Берегите этот дом, цените его. С новосельем вас! Мы не только его построили, мы же осуществляем гарантийные обязательства по нему в течение 5 лет. Жители должны спать спокойно, дом теплый, никаких там отключений воды, тепла и сквозняков их не побеспокоит. Поэтому еще раз поздравляю и всегда рад жителей встречать здесь, сопровождать. Там какие-то замечания устранять, помогать в переселении, в переездах и всех этих вещах. Сегодня 6 октября считается открытым, друзья, наши аплодисменты! Пусть живется хорошо здесь, Новоселом! Моих друзей переселили уже практически в 17 году, получается, по декабристам. Все дома уже были снесены. Ну и 3 года, можно сказать, ждали. Это действительно такой момент, сколько лет я прожил в своей жизни. И, конечно, были очень довольны. И вот вы с ключами идете, поднимаетесь, открываете квартиру. Ощущения? Ну, ощущения такая, думаю, ну, если не понравится, думаю, значит, продам. Ну, зашла, так мне прям сразу правда понравилось. Прям. Линолеум, говорю, дежные потолки, как бы, в туалете с ванной кафель. То есть мы думали, что придем еще, ну, то есть нам еще что-нибудь делать. А в оконцовке тут, ну, тут заходи и живи.